А что это было? Опа. Сюда или? Иди сюда. Шира. Шира, иди ко мне, я его видел, куда он сел. Иди сюда. Хороший перепел. Я вас сейчас наведу на ветер. Стоять. Стоять. Шира, иди ко мне. Здесь, поищи, здесь. Уже убежать мог 100 раз. Это, наверное, он и есть. Бежит. Бежит, бежит, бежит. Стоять! Вот это выстрел. Я не пойму, что это. А, карастель, ёпарасоты. Карастель. Ух ты. Ой, хорошо сработали. Сел. Черная куда убежал от того места, что сел. Ну, красавчик. Красавчик, красавчик. Молодцы, молодцы. Умницы. И побежали туда, куда он бахнулся. Возвращаемся на то место, откуда мы пришли. Вообще непонятно было. Как-то карастель по-другому летает. Но было видно по крыльям, что это не перепел. Твою мать. Иди, неси, неси. Встала. Ну, нельзя, Шира. Неси, неси. Сидеть. Сидеть. Дай. Дай. Молодец. Блин, ну твою дивизию, батарейку просто одну взял, выключил камеру. Умница такая стала, второй карастель. Ветер дует оттуда. Не, вот так вот. Вот так вот ветер дует. Вот так, под углом. Они забегают вперед. Потом вот так вот. Вот так вот челночат и ко мне возвращаются. Очень удобно. То есть как бы обрабатывают большую площадь. И по рядкам вот так вот бегают. Получается так. То есть все равно челночат на ветер. И я иду как боком к ветру. То есть очень большая площадь получается. Все, что оттуда запах идет, собаки отрабатывают. Ну, вот смотрите, вдвоем по-разному. Причем мне что нравится, они друг за другом не бегают. Как бы там разные площади охватывают. Ну, если что-то есть, то стойка. Вот как сейчас. Ну, блин. А это действительно стойка. Твою дивизию. Стоять. Работаем. Короче, первый раз в жизни со мной сейчас случилось такое. Ехал по дороге вон, ну, по травяной. И бежит кто-то. Подумал, перепел. Остановился, карастель. Он бежит, бежит, бежит. То есть я вышел. Эти собаки выбежали с машины. Вот он взлетел, я его взял, вот взял вот такого карастеля. Камера, естественно, оно было выключено, я ехал в машине. То есть красавчик. Просто видел, так любопытно, как он бежит, пригибается. Сейчас попробую по этой посадке пройтись. Давай, 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 давай. Thank you.
что унюхала умка. Неси! Шира! Ищи, ищи! Карастель был. Не знаю, будет видно очень далеко. Вот, вот здесь вот я его сбил. Я стрельнул достаточно далеко, да, на большом расстоянии. Ну, в итоге попал ему только в крыло. То есть он мог бежать как конь, но взлететь не мог. В итоге мы искали минут 15. Я его видел, он бегал так, собаки постоянно становились стойки, он просто убегал. Вот специально, ну, сократил где-то в 3-4 раза время, там вырезал, насколько мы искали. Ну, очень долго. То есть он бегал в радиусе 15-20 метров, издевался над нами. Ну вот, все равно оставил достаточно много, чтобы было видно, как вот мы ищем его. Умбра, иди сюда. Умбра, ищи здесь. Он только что здесь прыгал. Да, нормально, она по следу идет. Это он так убежал, что ли? Взять! 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 Ёпарасы ты! Все, увидел я, иди сюда! Иди сюда! Умбра, умбра. Вот только что сюда он прыгнул. Ё-моё, а, ну это ж надо, что он с нами делает. Скотина, а. Взять! Взять! Ну, я же видел его здесь. Ля, гад. Взять! Вот он, вот он! Иди сюда! Скотина, а? Ну это ж надо, гад какой, а? Да вот он, вот здесь он. Вот гад, а? Что делает, а? Есть! Ёпарыся ты! Есть! Иди ко мне! Вот оно! Ну это ж надо, а! Вот собака. Ну, добыли. Это 15 минут. Фух, говнюк такой, а. Ты что ж со мной делал? Пошли. Фух. Вот такого еще не было. Чтобы так долго искал. Специально про карастеля видео я не собирался делать. Так получилось, что его было в этом году безумное количество. Ну, под конец оставил 6 охот, вот их смонтировал, они сейчас закончились. Ну и решил ставить из других фильмов, которые
были у меня смонтированы с охотой на перепела. Так, небольшие моменты уже без звука, без ничего, потому что там музыка была наложена, все такое.